Друзья, очень приятно видеть вас, приятно вас приветствовать в таком переполненном зале, красивом нашем, в новом 2013 году. И первым делом я хочу от души поздравить всех вас с Новым годом, с тем, что мы пережили сложнейший, наверное, високосный год, проскочили через конец света. И вот в Новом году что из этого следует? Конечно же, жить дальше. И я желаю всем вам здоровья, добра, удачи. Желаю, чтобы мы были вместе, как все предыдущие годы. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Молодец. Ура! И еще я очень рада вас приветствовать, видеть на первом нашем таком личном торжестве в Новом году. Сегодня мы вместе с вами отмечаем юбилей блистательного артиста, замечательного нашего друга, человека, любимца театра и любимца, конечно, публики, вашего любимца, народного артиста России Леона Кукуляна. Мы не боимся дат. Мы называем любой возраст. Вот считается так, что актеры и женщины, в первую очередь, но и мужчины тоже пытаются всегда скрыть свой возраст. Мы никогда этой ерундой не занимаемся. У нас есть Вельдин, которому 10 февраля с Божьей помощью исполнится 98 лет. Владимир Михайлович говорит, а сколько ему? Он добавил, а сколько ему? Я говорю, ему 80. Ответ Зельдина, мальчишка. Итак, мы сегодня вместе отмечаем юбилей, 80-летний юбилей прекрасного, замечательного, любимого мальчишки Леона Кукуляна.